По статистике 2018 года 50% мужчин и 60% женщин имеют лишний вес. Мы начинаем новый проект. Худеть будете вы, а работать за вас маленькая волшебная иголочка. На области козелка есть особые точки, которые отвечают за наш аппетит, за чувство жажды. И именно специфически работает так называемой иглой-невидимкой, которая устанавливается в область козелка. Мы достигаем значительной блокады аппетита, улучшения обменных процессов и выработки эндорфинов, гормонов радости. Гипоаллергенный материал, который рассасывается самостоятельно в области козелка и не требует дополнительных извлечений. Нет никаких голодовок, никаких разгрузочных дней, то есть не предполагается изнурительные диеты как таковые. Конечно, самоорганизация от наших пациентов потребуется. Какие-то шоколадки, мармеладки, тортики, пироженки пока временно, на период снижения веса, мы уберем в сторону. Я действие иголочки проверяла на себе. Следа на козелке уха не осталось, а вот талию я вам до сих пор с гордостью могу продемонстрировать. Методике на самом деле уже больше 20 лет. В городе Челябинске клиника существует 10 лет. И на сегодняшний день именно достоверно я, как доктор, могу сказать, что через мои руки прошло более 1000 человек за этот период. Львиная доля этих пациентов успешна. Игла, конечно, великолепно работает для пациента, который знает, чего хочет. Одно из самых главных достижений методики, что мы не просто снижаем вес, не только лечим ожирение, но и делаем это красиво. В процессе снижения веса практически нет обвисания мягких тканей. Это достигается благодаря сопутствующим процедурам, которые осуществляем на территории клиники. Цель этих процедур – улучшить качество кожи, улучшить контур тела, эстетика. Красоте уделяется большое внимание. Итак, Елена Владимировна, как будет проходить проект? Кто будут эти счастливчики, которые под вашим руководством расстанутся с лишним весом? Рассказывайте, мы все хотим знать. Дорогие друзья, я приглашаю вас в клинику принять участие в проекте по снижению веса и коррекции фигуры. Наш проект будет состоять из нескольких этапов. Первый, наверное, самый ответственный этап – это будет кастинг, где мы отберем участников, которые пройдут с нами этот путь к красоте, стройности и, самое главное, здоровью. В начале проекта с нашими участниками, с каждым из них индивидуально, будет проведена беседа, консультация, непосредственно что будет происходить с нашими пациентами. Это диагностическая часть, мы определим фронт работы непосредственно, какие мы цели ставим. Ну и, конечно, установка волшебной иглы-невидимки и сопутствующие процедуры, которые будут способствовать коррекции фигуры. В дальнейшем наши телезрители смогут вместе с нами мониторить успех наших пациентов. Ну и окончание проекта мы уже знаменуем, расскажем, насколько мы были успешны, насколько у нас все получилось. Методика является медицинской, и как у любой медицинской методики, у нее, конечно, есть противопоказания. Таковые вам будут озвучены при предварительном звонке, при записи на кастинг.